автомеханик Робби. Я решил разработать улучшенный гоночный автомобиль и испытать его в гонках. Вот проект. У автомобиля будет воздушный нагнетатель и баллон со специальным газом для увеличения мощности двигателя. Устанавливаем колеса. Монтируем двигатель повышенной мощности с воздушным нагнетателем. Установим бензобак. Теперь сиденье. Рулевая колонка с педалями. Баллон с закисью азота. Установим корпус машины. Монтируем двери. Теперь стекла. Стоп-сигналы. Установим фары. Пора наносить на машину рисунок. Тесла. Отрегулируй работу воздушного нагнетателя. Да, для всех режимов работы. Ты прав, Тесла. Машинка будет участвовать в гонках. Надеюсь, она победит. Автомеханик Робби. Машинка-пикап едет по дороге. Она очень хочет стать большим, мощным монстр-траком. Вот таким. Машинка решила поехать к своему другу, автомеханику Робби. Она знает, что он ей обязательно поможет. А вот и автомастерская автомеханика Робби. Машинка-пикап хочет стать монстр-траком. Давай начнем переделку. Снимаем старые колеса. Они слишком маленькие для монстр-трака. Устанавливаем пикап на сборочную платформу. Навешиваем защитные дуги безопасности. Они нужны монстр-траку. Теперь наносим на наш монстр-трак рисунок. Монтируем мощные амортизаторы, усиленную подвеску и новую трансмиссию. Устанавливаем большие колеса для монстр-трака.
Переделка пикапа в настоящий монстр-трак закончена. Отправляю машинку на монстр-трак-шоу. Машинка-пикап стала большим, мощным монстр-траком. Теперь она может делать все, что умеют делать монстр-траки. Разгоняться и прыгать с трамплина. И показывать крутые трюки на больших стадионах. Смотри мультики про автомеханика Робби на канале Крошка Антошка ТВ.